Приветствую всех на моем канале. У нас сегодня очень важное событие в семье. Наша младшая внученька пошла в школу. В Германии немножко другая система. Дети не идут 1 сентября в школу. А вот на нашей земле, допустим, дети уже пошли в школу вчера, а первоклашки идут на день позже. И вот хотела еще сказать, что у нас здесь учителям не дарят цветы 1 сентября, как в России, в российских школах. А у нас здесь дарят детям вот такие вот кульки со сладостями и игрушками. У меня сегодня два кулечка, потому что не только моя внученька идет в школу, но еще идет в школу моя крестница, поэтому я сегодня сделаю их два. Я от души поздравляю наших первоклашек, а сейчас нам надо спешить. Внученька ждет нас. Первоклашка. А еще я для моей внученьки испекла вот такой тортик. Если вас интересует рецепт этого тортика, вы можете найти его вот по этой подсказке. Ну, на сегодня все, дорогие друзья. Я желаю всем удачного учебного года. Поздравляю всех! А вас, дорогие друзья, я прошу подписаться на мой канал, не забыть поставить лайк, написать ваш комментарий. Это очень-очень для меня важно. А также не забудьте активировать колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Здоровья вам всем! До новых встреч! Пока!